В очередной серии вы узнаете о том, как похищен отец видного партийного функционера Фёдор Потапов. Похитители выходят на связь с милицией и выдвигают требования. Суббота должен выйти на Исаевскую площадь и несколько раз прокукарекать. Начальство сходится во мнении, что таким образом контрреволюция пытается дискредитировать советскую власть. Вначале суббота сопротивляется, но страх перед руководством пересиливает. Работая бок о бок, Анна и подкидыш еще сильнее сближаются.